Ну что, продолжим? Продолжим этот ад. В прошлый раз мне какие-то оппозиционеры решили прикарманить к себе. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, а что с громкостью? Что с громкостью? Почему ты громко? Так, так, ну ладно. Так, это пинать, я уже все забыл. Угу. Это приседать. Да, ясно, вспомнил. Это камень. Угу. Камни пинаются. Белка. Белка. Бабло. Не подбирается. Кольцо. Может, мне надо попасть? Может, это какая-то ачивка? Ну, ачивки нет. Так, это что? Это что-то? Так, здесь что? Секретики. Белка. Один трофей. Огромный робот. Допустим. А что он здесь делает? Как мне попасть наверх? Наверное, никак. Ну ладно. Пойдем другим путем. Будем искать что-нибудь другое. Белка. Белка. Жестокая белка. Ну, пошли наверх. Это лифт. Нужна пластиковая карта. Угу. Так, стоп. Это же мячик. А где-то там баскетбольное кольцо было. Точно было. Только как его туда запнуть? Не знаю. 10 было баскетбольное кольцо. Сверху. Вон. Это карта? Где, а где карту взять? А, может, она не нужна? Давай поговорим. Меня вышибало в клуб не пустил. Хайло трамвайная. Ты классный. Ой, взаимно. А, не... Вот так умирать будешь, никто не поможет. Ну, ясно. Диалоги тут так себе, конечно. А, еще и заходить можно по сюда. Интересно. Привет. Привет. Я занята немножко. Пытаюсь придумать концовку новой песни. Вот почти уже. Слушай, ты не хочешь помочь? Ну давай. Офигенно. Давай все покрываю. Пинай клаксон, как только красный кружочек попадет на желтый квадрат. Погнали. Все? Идеалити. Прям здорово получилось. Сейчас редактирую только. Послушаем. Готово. Настоящий шедевр. Слушай. Качают. О, да. Спасибо за помощь. Считай, что это роял. Здорово получилось. Ну, согласен.
Жесть, конечно, жесть. Ну ладно, шляпу дали. Для чего? Бабло. Так, Sunshine Club. Угу, это тот самый вышибала. Приказываю прекратить. Добрый день. Желаете войти в клуб Sunshine? Да. Окей. Приступаю к анализу лука. Прошу вас не двигаться. Продолжу расчеты, не двигайтесь. Усиленно провожу расчеты, не двигайтесь. Не двигайтесь. Я подвинуться пытался. Ты задолбал, чувак. Я сейчас прыжок нажму. Ваш лук недостаточно пафосен для этого клуба. Наберитесь пафоса и возвращайтесь. Основная цель — сделать себя нарядным. Задолбал. Это очень долго. А снизу белка. Ну, допустим. Знаешь, Карла Диска? Он лучше всех клубится. Вот был мне так же. Где же он? Мне нужен пафосный лук. Ты Карла Диска? Эй, мой тостер странно себя ведет. Можешь посмотреть? Даже так. Что? Кто осмелился прервать мой сон? Да обрушится на него моя ярость. Ты кто? Мегатост. Что действительно пошло не так? Попади в Тостопию. Что-то определенно не так. Тостопия ждет, а ты смелишься? Да. Да начнется уже испытание. Чё за бред? Чё за бред? Сделай себя нарядным. Лишь смерть уготована тем, кто пробудет меня ото сна. Выберись из Тостопи. Окей. Привет. Угу. Он с меня может затулировать, да? Нет. Как хочешь. Удачно. А, все понял. Это платформа. Твоя сила может быть велика, но дети мои сильнее. Дети его — это тостер? Привет, чувак. Тут бред творится. Угу. Угу. Кошмар. Ужас. Офигеть. Почему это сам концерт? А, не в конце, это хорошо. Охренеть. Хватит. Откликнитесь на мой знов, выплесните мой свой гнев. О, бутерброды. Летающие бутерброды. Или толстых. А, они вообще за мной летят, ясно. То есть, как
я понимаю, здесь на скорость сейчас все. Так. Беда, печаль. Мне отсюда не выбраться. Как мне оттуда выбраться? Я даже не знаю. Без коробки. Без второй коробки. А где она? Как мне здесь выбраться-то? Не понимаю. Жаль, пока мне обратно коробку скинут. Это ж бред очень полный. Вот так вот сперли коробку, еще делать. Ладно, попробуем там подождать. Офигеть, они вообще увели коробку. И что делать-то? Мне именно не хватает этой коробки дурацкой. Походу мне нужен этот. А как мне сюда выбраться? Вы стебете, что ли? Ну, похоже на какой-то стёб. Как мне здесь без коробки проходить. К сожалению, походу на этом игра все кончилась. При всем желании. Ну что ж, короткая получилась серия. Я не знаю даже, что делать, но давайте вернемся в меню, попробуем продолжить. Если сейчас меня очень далеко откинет, то смысл. Давайте попробуем еще раз это все пройти, потому что, ну, блин, что за бред? Не, нет, лягушки не могу сделать, ничего не мог переместиться, ничего. Дальше. Это там, где перекидываются, да? Давай быстрее.
чтоб тебя. Первый раз я без ошибок прошел. Не зацепился. То долго, то быстро. Хрен поймешь этих, этот бутерброд. Давай быстрее уже. Какой ты долгий. Я про пикунику сейчас. Да, единственный вариант был с коробкой. Блин, честно, кто мог предположить, что ты сюда доберешься? Впечатляющая настойчивость, да? Может, у тебя была веская причина меня пробовать? Не знаю. Я гостей-то особо не жду. Ни чая нет, ни музыки, вообще ничего. Значит, мы теперь вдвоем. Навсегда вместе. Ты присаживайся, чего стоит? Нет. Как же так? У меня есть тост. Достижение. Ага. Ну, без тостов как с тостами. Чего? Ага. Ну, без тостов как с тостами. Че, это все ради чего здесь? Иди туда. Ну, блин, уродцы. Ну, ладно, допустим. Допустим. Знаешь, короля диска? Угу, окей. Ну, типа, я забил, что дальше? Ну, магазин. Может, здесь король диска? А здесь король диска или не здесь? Мы уже в следующий раз узнаем. Да-да, да-да. А, это лук. Это чтоб лук поменять, я понял. Ну, ладно. На сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Следующая серия очень скоро будет. Очень скоро. И всем пока.